Арктике. Радуга впервые в апреле 2017 года. Первая дуга полностью красивая, сочная, мощная. Посмотрите, какая. Вау! Вау! Ух ты! Ух ты, красиво! Чуть-чуть потерял свою яркость. Она была вот буквально 3 минуты назад, пока я успел бегать за камерой. Ну вот она, милая, родная, наконец-то. Впереди лето. Надеюсь, что у нашего лета будет таким же красочным. Творите, господа, на даче, на ранчо, превращайте часть планеты Земля в рай. Надеюсь, что таких людей большинство, и мы превратим эту страну в то же самое процветающую, не хуже других лучших западных стран. Удачи на даче, Владимир Самбородский, Топсад.